делаем ушлепок для того, чтобы делать вот с 20 полосы, с 20 полосы сетку. Это мы делаем так. Я хотел сначала протачивать здесь болгаркой, сюда проточить как пасоток, а здесь выточить наоборот, чтобы она. Ну потом решил не заморачиваться. Как говорит наш шеф, все должно быть просто, как гвоздь и палка. Поэтому вот так вот сейчас я их провариваю сюда. Вот сюда их привариваю. А сюда привариваю одну. И когда она будет вот таким макаром, она будет ее прожимать. Все это также вот наваривается на эту. И все. Все очень просто. Сейчас провариваем. И смотрим, как это все будет выглядеть. Очень даже неплохо. Очень даже неплохо.